Первый форум выпускников юрфака КФУ – одно из главных событий этого лета. И не только в масштабах самого факультета, но и всего университета, республики и даже страны. Ведь выпускники юридического факультета Казанского университета действительно работают по всей России и далеко за ее пределами. И тем не менее, любят и помнят альма-матер всем сердцем. Историческое событие для юридического факультета, для Казанского университета, в общем, традиция, которая существует у таких известнейших юридических школ, как юридические школы Гарварда, Оксфорда, целого ряда других известных мировых вузов, сегодня реализуется здесь, на Казанской земле. Итак, мы гордимся нашим альма-матер, юрфак, мы хорошо помним, когда поступили на юридический факультет, ощущение было, что ты вот приезжаешь в родной город и слетал в космос, как первый космонавт из города. Это чувство до сих пор у нас живет, когда мы переступаем порог университета, родного факультета, мы все гордимся. И у нас выдающаяся юридическая школа, мы хотим, чтобы эти традиции продолжались. Идея форума не просто собрать выпускников последних десятилетий в одном месте. Все гораздо глобальнее. Это попытка выстроить новую систему подготовки юридических кадров. Естественно, через призму опыта практиков. И самое главное – это воссоединение огромной семьи, у которой теперь стало на одну традицию больше. Хочу пожелать, чтобы данная инициатива, которая реализуется сегодня впервые, стала, как уже было отмечено, ежегодной традицией, когда люди с высочайшим опытом работы приезжают заново в стены альма-матер и начинают не просто проводить встречи с выпускниками, с преподавателями, но и проводят научно-практические форумы. Думаю, что мы собрались здесь для того, чтобы еще раз подчеркнуть преемственность и связь между факультетом и его выпускниками. Ну и, конечно, внести свой теоретический и практический вклад в обсуждение насущных проблем нашей правовой науки, нашей современности. Кроме образовательной части форума, участников ждет также масса других мероприятий. Это многочисленные экскурсии, спортивные состязания и даже велопрогулка. Александр Александров, Роман Самарин, Универньюз.